все гениальное просто. Простота, красавица из эфирного мира по временном отрезке появляется и над самодостаточными насмехается. Фанатикам одного дела во всей красе открывается во сне влиянием извне. Все гениальное просто, простота, красавица из эфирного мира во временном отрезке появляется и над самодовольными насмехается. Фанатикам одного дела во всей красе открывается во сне влиянием извне. Нет опровержений, все гениальное просто. Для кого тогда были потрачены запасы знаний из мозга? Подобно человеку невысокого роста, который пытается допрыгнуть до кольца, питает надежды, тренируется. Терпение и труд, все перетрут. Но покорители Олимпа почему-то даже боги не поймут. Мало кому в речитативе важен интеллект. Минус хороший, уже респект. Голос попадает в размеренный такт. Это будет иметь успех, на деле доказанный факт. Судьба, проказница, шалунья распорядилась сама. Глупому счастье от его безумия, нормальному горе от ума. В себе замыкаюсь не потому что заикаюсь, а благодаря закону откровенность — это слабость. Вряд ли в силах искоренить эту гадость. В этой аудиозаписи буду понятным, постараюсь. Все гениальное просто, простота, красавица из эфирного мира во временном отрезке появляется и над самодостаточными насмехается. Фанатикам одного дела во всей красе открывается во сне влиянием извне. Все гениальное просто, простота, красавица из эфирного мира во временном отрезке появляется и над самодовольными насмехается. Фанатикам одного дела во всей красе открывается во сне влиянием извне. Душою покоюсь под музыку покойного Талькова, под гитару Розенбаума и его старого портного. Около полуночи рассказы Чехова снова. Распорядка не знаю другого. Чтобы мало зарабатывать, много учись. Так устроена жизнь. Виагра посоветовала тебе выйти замуж за принца. Золотая клетка иностранца, в которой ты птица. Ненавижу пафосные свадьбы, килограммы макияжа на рожах, улыбки как бы. Почему не приглашаете ко дню развода папарацци? Делая добро, к чему скрываться? Политики благодаря добру пиарятся. Через год очередные покупаются. Ничего нового не появляется, старые циклы перевоплощаются. Чем я измерю силу мысли? Как узнаю продолжительность у жизни? Зачем или для чего болезни? В поиске ответа создаются гениальные песни. Дни из печали и труда, им благодаря исчезаем отсюда навсегда. Как мой второй куплет на планете под номером 3 из 9 планет. Все гениальное просто, простота, красавица из эфирного мира по временном отрезке появляется и над самодостаточными насмехается. Фанатикам одного дела во всей красе открывается во сне влиянием извне. Все гениальное просто, простота, красавица из эфирного мира во временном отрезке появляется и над самодовольными насмехается. Фанатикам одного дела во всей красе открывается во сне влиянием извне.